Жирка. Здравствуйте всем. Нет, она типа может записать. Она может ничего не записать. Здравствуйте. Я к вам на 2 минутки, можно отвлечь вас? И убегаю. У меня там же спорный вопрос, скажем так, с Акуном, с Малиновским. По всей сути, вам придется давать определенные, скажем так, под протокол, опрашивать вас будут. Очень хочется, чтобы вы понимали, да, вы присутствовали в день покупки, вы четко помните, вы четко знаете. Я сейчас не буду говорить, все, что происходило, вы сами прекрасно знаете. Кто подписывал, что вы подписывали, как оно происходило, я сейчас не буду ничего лишнего говорить. Я просто хочу, чтобы вы подумали о том, что когда вы будете говорить неправду или уходить от ответственности определенно. Нет, нет, вот смотрите, я ничего не учу, я ухожу. Я ухожу, да, к тому, что подумать, да, у вас есть дети, и у меня тоже есть дети. На тот момент, да, вот. И пусть почитают ребята, которые давали, даже они между собой давали разные показания под протокол. Ну, какое это отношение? Вы подписывали определенные документы. Вы четко знаете, вы здесь сотрудник, я знаю, не просто. Я уже не сотрудник. Все, вы уже не сотрудник. Нет, на тот момент, да, на тот момент шли определенные подписания договоров. До встречи, всех благ.